Дублирующий состав футбольной команды «Ангуш» продолжает формироваться. Сейчас претенденты находятся под наблюдением тренеров и преодолевают тесты на физическую подготовку. На каждой тренировке с ними проводят двусторонние игры. Напомню, лучшие 18 игроков из нескольких десятков претендентов будут отобраны в дублирующий состав на базе основной команды «Назрановского Ангушта», чтобы в перспективе пополнить основной состав клуба. А чтобы ребята имели игровую практику, со следующего года дублирующий состав будет участвовать в матчах третьей любительской лиги. Окончательно состав «Ангушта-2» будет объявлен в ближайшее время. У нас проходили много игр в ближайшее время. Мы выиграли, проигрывали, готовились, тренировались очень много. Нас тренер хорошо готовит на Костлое Алик и с Агушем Магомедом. Ну, мы тренируемся, набираем чуть форму, смотрим новых игроков.